страсть. У мужа сегодня день рождения, поэтому я привела его в самый разъебанный ресторанчик. Вот специально для него искала по разъебеннее. Ну, типа... Ладно, я шучу, он сам попросился сюда, потому что, блядь... Чем разъебаннее, тем вкуснее. Это вот та самая кафешка, в которой, блядь, нужно снять тапки, но если ты ступишь на пол без тапок, ты весь жру. Берем сначала укропу, затем кошачью жопу. 25 картошек, 17 мандавошек. Ведро воды, кимчи туда. Охапку дров. И теперь масляный самгёпсаль готов. Вот столько жира натекло из двух порций. Брак – это когда ты только при муже не стесняешься хавать чеснок. Вы помните, сколько его было в этой тарелочке? Да, его весь сожрала я. Mm-hmm.